Привет! Я очень рада, что вы все еще обо мне не забыли и заходите на этот канал. Надеюсь, что я когда-нибудь вас обрадую тем, что здесь будет много новых видео, но пока что я очень плохой блогер. Надеюсь, что ваше лето началось очень хорошо. Мое началось более-менее. Я закрыла сессию, и к мне пришли вещи. Что же еще делать в начале лета? Конечно, заказывать вещи на осень. Ладно, одна вещь на лето все-таки есть. Кстати, напишите, как вам вот эта обстановка. Я постаралась сделать что-то более-менее прикольное, чтобы было интересненько. Все эти картинки я нарисовала сама, взяла какие-то экземпляры, примеры из Пинтереста и сидела 4 часа, отчаянно вырисовывала фломастером. Надеюсь, что вам это нравится. Хоть эта посылка была и маленькая, но она меня очень сильно порадовала, потому что там было несколько вещей, о которых я мечтала, которые я хотела в свой гардероб получить к осени. Но прежде чем мы начнем, обязательно переходи в мой инстаграм, я тебя там очень сильно жду, я там появляюсь каждый день, очень старательно веду истории, выкладываю очень красивые посты с глубоким содержанием под каждой фотографией, поэтому переходи, я буду тебе очень сильно рада и буду тебя ждать там. Первая вещь — это то, что я сохраняла себе десятки раз на Пинтересте, то, что я обязана была заполучить к осени, пускай немножко поздновато, но мне очень нравится эта вещь, этот стиль, я бы хотела попробовать себя в этой области стиля моды. Вещь, которую вы 100% видели на многих людях. Это жилетка. Я очень сильно хотела эту жилетку. Сразу скажу, что она безумно мягонькая, приятненькая. Она хорошо сидит, при условии, что это размер S, она немножко такая не в обтяжку. Но если вы хотите, чтобы она прям висела, то нужно заказывать на размер больше. Я пока что присматриваюсь к тому, как ее носить и с чем ее носить, потому что мой гардероб немножко не подстроен под такой стиль. У меня все гораздо более розовое, какое-то странное. В общем, я хочу вообще поменять свой гардероб полностью. Вот, так что очень советую жилетку. Она стоит недорого, и мне кажется, единственное вообще место, где эту жилетку можно купить. Шейн. Следующая вещь, это тоже жилетка, но она больше, мне кажется, на лето, на весну, потому что она укороченная, во-первых, а во-вторых, она в очень красивых пастельных цветах. По-моему, это идеальное сочетание цветов, мне это очень нравится. Она коротенькая, я могу носить ее только с юбкой, которая высокая очень, чтобы все прикрывалось. Тоже очень мягенькая, приятненькая, но если бы я знала, что она такая короткая, я бы заказала ее на размерчик побольше, чтобы она как бы была пообъемнее на мне смотрелась. Там, по-моему, были еще другие расцветки, но это украло мое сердечко с первых вообще минут, как я ее увидела. Следующая вещь — это та база, которой мне не хватало в гардеробе, но которую я еще не знаю, как и с чем носить, потому что, опять-таки, для меня это что-то новое. Даже не помещается в кадр, к лицу лучше не прислонять, потому что все-таки белый цвет. В общем, это платье-рубашка, которое, во-первых, безумно сложно погладить. Мне нужно специально купить отпариватель для этой рубашки, потому что невозможно. Сначала кажется просто, как будто надела большую мужскую рубашку, что мне, в принципе, не очень нравится, потому что я ухожу от этого стиля к чему-то более такому женственному сейчас. Я думала, что в этом платье будет просвечивать все и вся, но нет, это очень плотная ткань, она не просвечивает и смотрится очень классно. Если погладить, отпарить, будет вообще замечательно, потому что она держит форму. Я планирую это носить с черными колготками и грубыми ботинками зимой, но поскольку я еще ничего из этого не купила к этой рубашке, я не знаю, как я буду ее носить. И последняя вещь, но не по значимости, потому что это шикарное платье на лето. Во-первых, цвет. Вы просто посмотрите, какой это красивый небесный голубой цвет. Очень приятный фасон у платья. Будьте внимательны к размерной сетке, потому что оно не тянется. И если у вас грудь больше, чем первый размер, то посмотрите обязательно по обхвату, потому что она не тянется, и вы просто можете не влезть. Очень красивое платье с красивыми воланчиками. Оно не поддувается, потому что ткань довольно плотная, она держит форму. И мне понравилось то, как оно сидит. Оно и короткое, но в то же время оно все прикрывает. Оно вроде бы и открыто, но оно все прикрывает, что надо. Короче, платье очень красивое, и я вам его рекомендую присмотреть себе, потому что это обалденное платье на лето. Вот такой вот у меня получился хол. Я не знаю, заказываете ли вы вещи с Shein или нет, но лично я и огромная куча моих друзей, знакомых постоянно сидят на этом сайте, постоянно что-то заказывают, потому что один раз зайдя туда, ты не можешь остановиться добавлять товары в корзину. А при условии, что там все очень дешево, ты становишься заложником. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте, что я вас всех жду в своем инстаграм. Я там очень часто повторяю второй раз за видео. Ну и, конечно, я постараюсь выкладывать видео почаще, потому что мне этого тоже очень не хватает. Я стараюсь, надеюсь на вашу поддержку, понимание. Вместе мы все сможем. Все.